первый и единственный международный спутниковый телеканал Беларуси отмечает 10 лет в эфире. Телеканал круглосуточно вещает на 270 миллионов своих телезрителей. Спутниковый сигнал охватывает более 100 стран мира на 4 континентах. За 10 лет мы встречались с вами в эфире 87 200 часов. Только 16 дней за это время телеканал был в эфирном отпуске. В гостях у «Беларусь-24» побывало более 100 тысяч человек. Это в 10 раз больше населения Ватикана. Основу эфира неизменно составляют лучшие передачи национальных каналов страны. В прямом эфире выходит около 25% наших проектов. Художественные фильмы, сериалы и детское кино занимают 30% эфира. За 10 лет мы подготовили около 150 тысяч новостных сюжетов, приготовили около 900 национальных блюд, объездили 270 тысяч километров по стране, чтобы показать вам лучшую Беларусь. Ежегодно мы запускаем около 40 новых проектов. Более 900 часов самых рейтинговых передач мы загрузили на сайт телеканала. Еженедельно это более 520 минут лучших эфиров. Наши зрители стали более коммуникабельными. Около 15 тысяч зрителей общаются с нами в социальных сетях. Более 310 тысяч пользователей смотрят нас онлайн. Впереди новые горизонты и высокие цели. А мы благодарны вам за то, что эти 10 лет вы были с нами. До встречи в эфире!